Первый Zoom Horror. 100% положительных рецензий. Привет! Привет! Всем привет! Привет! Родина! О, Кэролайн! Привет, Тедди! Тедди! Мы используем технологии, чтобы связываться друг с другом. Давайте выпьем для храбрости. Все в кадр. 3, 2, 1. Но что, если мы свяжемся с кем-то из потустороннего мира? Вы еще не пробовали? Это новое приложение для спиритических сеансов. Очевидно, что все мы далеко друг от друга, но я не вижу причин, почему дух не сможет общаться через интернет. Это будет весело. Образуем круг и визуализируем. Дух, мы призываем тебя использовать нас для передачи любого сообщения. Если здесь кто-то есть, пожалуйста, дай знак. Что это было? Хейли, это ты? Очень странный знак. Хорошо. По-моему, тут что-то есть. Видите? Прикольное приложение. И кто-то из потустороннего мира. Мы связались с чем-то. Оно собрало из сети все самые жуткие кошмары и делает их реальными. Это плохо. Я же просила уважать их. Начнет использовать технологии против нас. Кэролайн, обернись. За тобой твой клон. Не звони мне. Сиди! Давайте я выключу фильтры. Астрал онлайн. Прими участие в спиритическом сеансе в кино с 21 января.